помятом обрывке бумаги Виктор Павлович усмотрел две нехорошие тенденции. Явно выраженное недоверие к своей персоне и отчетливое стремление к сепаратизму. К выходу из-под контроля. Но Виктор Павлович потому и считал себя умным человеком, что предпочитал упреждать неприятности, возможные даже в отдаленном будущем. Потому и дожил до своих лет. Нет, пацаны, щеглы вы еще. Боливар двоих не вынесет.